Всем привет! С вами канал «Страна и Гирляндия» и наши очаровательные виртуальные питомцы Анжела и Том. Анжела, ну ты и заморашка! Когда же ты успела испачкаться? Нужно срочно тебя искупать! А ты, Том, будь повнимательней, смотри, не промажь! Или того хуже, не обмочи лапку! Ребята, наш Том захотел луковицу. Вы представляете, насколько он голоден? Так, Том, а ну-ка закрывай рот, а то мы тебе и там помоем мылом. Ну, а наша Анжела тем временем успела уже искупаться и поиграться со своей любимой уточкой. Ну, а теперь приступают к нанесению макияжа. Вот так вот, ребята, проходят обычные дни из жизни наших героев. Каждый из них занят своими делами и повседневными заботами. Анжеле нужно хорошо следить за собой, да и красиво выглядеть. Ну и Тому, кстати, тоже. Кстати, о Томе. Во что же мы его сегодня оденем? Может быть, ослепительный наряд? Хотя нет, давайте что-нибудь... О, ребята, футбольная форма. Давно он у нас не был спортсменом, футболистом. И давайте вернем ему обычную шерсть Тома. Ну а еще давайте заморочимся с прической. Ведь у знаменитых футболистов обязательно бывают стильные прически. Так вот, и мы нашему Тому тоже сделаем прическу. Все эти, конечно, шляпы, осьминоги, все это не то. А вот модная стильная стрижка – это то, что нам нужно. И желательно, чтобы прическа была поярче. И какого-нибудь необычного цвета. Итак, тыква на голове, шапка, елка – это все не то, и парики тоже. И вот, наконец-то, то, что мы искали – желтый ирокез. Ой, какой ужас! Анжела, ты забыла почистить зубы. Вся такая эффектная, накрашенная, а улыбка была просто ужас. Пока Анжела наводит гигиену, давайте покормим нашего Тома. Итак, наш Том уже успел слопать гамбургер, но не наелся. Поэтому дадим ему еще хлопьев с молоком. Ребята, ну а вы напишите в комментариях, что вы любите кушать на завтрак. И какой у вас аппетит, такой же отличный, как у Тома? Ну а пока наш Том завтракает, Анжела принялась за примерку своих нарядов. Можно, конечно, бы было одеть нашей Анжеле свободный наряд, но он пока для нас еще закрыт. Поэтому подыщем... О, уличный стиль. О, а его она давно не одевала. Сейчас только изменим цвет джинс. Сделаем их тоже зелененькими, как цвет формы нашего Тома. По-моему, отпадно получается. Ну и, конечно же, нужно сделать Анжеле еще прическу. Ведь не ходить же ей лысой, правда, ребята? А пока наша Анжела определяется с прическами, наш Том успел выиграть кусочек аппетитного торта. Ну и решил не терять времени зря и отправился в путешествие. Ну и, как обычно, он прилетит в новую страну. Итак, добро пожаловать в Нидерланды! Ну, а Анжела пересмотрела все возможные прически, и ей больше всего понравилась прическа-шишка, которую она купила. Но при этом пришлось заплатить лишние 17 кристаллов. Ну ведь, ребята, согласитесь, эта прическа этого стоит. Ну, а наш Том все выигрывает еду. Кстати, о еде, ведь нам нужно накормить нашу Анжелу. Мы ей тоже, как и Тому, дадим гамбургер. Ну и другой всякой всячины вкуснятины. Ну а Том собирается выполнить ежедневное задание, в котором ему предстоит собраться в дорогу и собрать по пути 100 звездочек. Если это у него получится, то он в награду получит 180 монеток. Ну же, Том, соберись и приложи для этого все усилия, ведь тебе очень нужны эти монетки. Да и мы с ребятами расстроимся, если ты потерпишь неудачу, но мы в тебя верим. Ну а мы пока нашей Анжеле подправим немножко макияж. Итак, нужно подкрасить губы.
И еще, давайте ей перекрасим тени. Ну, а наш Том Молодчинка, он уже успел собрать 76 звездочек и 11 монеток. Ну и Анжела тоже закончила свой макияж. Теперь у нее глаза накрашены под цвет сережек. Ух ты, ребята, наш Том выполнил ежедневное задание и получил обещанные 180 монеток. Ну а Анжелия вспомнила, что можно тоже изменить цвет прически. И мы ей сделали яркую насыщенную прическу. Теперь у нее прическа под цвет джинс. Все, похоже, наш Том приехал. Он врезался в бочку с мазутой и успел за эту игру заработать 23 золотых монетки и перебрался на новый уровень. Теперь наш Том находится на 34 уровне. Ему в подарок 210 золотых монеток и новые вещи, которые Том сразу же примеряет. Белая ковбойская шляпа или красный осьминог. А может быть еще можно надеть голубой осьминог? Но я думаю, осьминоги нам не нужны. И мы Тому покупаем белую ковбойскую шляпу. Ну а Анжела выиграла один кристаллик. И я думаю, ребята, что у нашей Анжелы тоже скоро повысится уровень. И это может случиться после этой мини-игры. Ну а наш Том выиграл одно пирожное. Ну а пока наша Анжела слаживает чемоданы, давайте сходим в магазин и прикупим Тому что-нибудь вкусненького. Итак, на завтрак купим йогурта, ягодок, хлопьев с молоком. Так, ну в отделе зельев нам ничего не нужно, а вот десертов мы накупим побольше. Еще, конечно же, заглянем в отдел фастфуда. Хоть это считается и вредная еда, но очень уж она вкусная. Ну и, конечно же, напитки. Как же Тому без них обойтись? Поэтому покупаем все, что есть. Ну а теперь еще купим полезных овощей. Ну а если взглянуть на успехи Анжелы, то у нее все отлично. Только вот поднялся ветер, который может все испортить. Да, к сожалению, так все случилось. И за эту короткую игру наша Анжела успела заработать 8 золотых монеток. О, ребята, к тому же и подарок. Давайте посмотрим, какой же. Ух ты, 4 кристаллика. Но вот только что-то наша Анжела никак не может перейти на новый уровень. Ей буквально немножечко не хватает. Поэтому давайте мы за ней поухаживаем. И таким образом она быстрее переберется на новый уровень. А заодно мы ее и подготовим ко сну. Эх, ребята, вы видели, наш Том выиграл 300 золотых монеток. Вот это класс! Ну да ладно. Давайте мы нашего Тома тоже будем готовить к отдыху. Для начала снимем его спортивно-ковбойскую одежду, чтобы она в душе не промокла. Ну и, конечно же, покупаем наших героев. Ну и уж после этого я точно надеюсь, что наша Анжела получит заветных 5 наклеек. Давай скорее, Анжела, выбирайся с ванны и пойдем на террасу. И посмотрим, может быть, там есть что-то для нас интересненькое. Да, так и есть, здесь для нас подарочек, в котором один кристаллик. Ой, ребята, что-то наша Анжела совсем захотела спать. Давайте ей перед сном дадим вафельку с медом. И ура, 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 ребята, у Анжелы новый уровень. И ей в подарок 340 золотых монеток, наряд Клеопатры и 5 новых наклеек. Давайте же скорее их посмотрим, ведь мы этого момента ожидали, можно сказать, с начала этой серии, но, к сожалению, что-то нашей Анжеле не везет, и в этот раз ей попались одни дубликаты. И как же, ребята, бывает, вот так вот надеешься, ждешь, а тут оба-на и такой облом. Ну да ладно, не будем расстраиваться, а давайте лучше нашу Анжелу положим в кроватку. Мы сперва оденем ей любимую ее зимнюю пижамку и почистим зубки. Ведь зубки чистить перед сном обязательно.
Ну а с вами, ребята, был канал «Страна и Гирляндия». Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ну а наша принцесса наконец-то поделала все дела и отправляется в свою кроватку. Ну что ж, спокойной ночи, наши любимые котятки. Пока-пока!